Жительница американского города Сан-Диего заметила недалеко от леса животное. Сначала она думала, что это дикий зверек, но приблизившись, поняла, что перед ней бездомная собака. Она жила недалеко, поэтому сразу решила помочь, и принесла собачке миску с едой. Затем она начала кормить собачку чаще. Каждый раз, когда собака заканчивала есть, женщина уносила миску обратно, чтобы ту не преследовали хищники. Через некоторое время женщине удалось связаться с местными защитниками животных. Жить в этих местах было опасно для собачки, поэтому спасатели забрали ее в приют. Спасатели использовали гуманную ловушку-клетку, чтобы безопасно поймать собаку, и отвезли ее в приют. Она получила кличку Трекер. Специалисты нашли у собаки чип, а оказалось, до этого она уже была в приюте, и ее даже забирала одна семья. Но, видимо, после этого от собаки решили отказаться, и она оказалась одна на улице. У Трекер все было в порядке со здоровьем, поэтому для нее сразу начали искать новых хозяев. Вскоре семья для этой милой девочки нашлась. Сейчас она счастлива. Трекер окружена заботой и безусловной любовью. Новые хозяева показывают ей, что людям можно доверять. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.